Сегодня в программе. Я разведусь с тобой, он разведется со своей женой, мы тут же поженимся. Ясно? Ты обвинила меня в выкидыше ради старого козла, который тебе предложил жениться. Я ничего не упустил. Сам ты козел. Вера Матошина устала от того, что ее супруг Олег постоянно меняет свою сферу деятельности, да еще и тратит семейный бюджет на учебу на разных профессиональных курсах. Вера обвиняет Олега, что из-за его прыжков по работам она потеряла ребенка и требует развода. Олег на развод не согласен. Решение примет суд. Эту порчу Зинка навела на него, чтобы ребенка извести сосвету. Это как можно маленького ребенка, ни в чем не повинного? После 12 лет брака Ксения Котова стала водить сына Тимофея по шарлатанам-целителям. Терпение ее супруга Ильи лопнуло, и мужчина подал на развод. Илья утверждает, что ребенок должен жить с ним, так как мать погубит сына таким псевдолечением. Но Ксения считает, что мальчика нельзя отдавать мужу, ведь с ним Тимофею грозит смертельная опасность. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Матошиной Веры Ивановны к Матошину Олегу Петровичу о расторжении брака. Ответчик на развод не согласен. В случае развода выдвигает иск о разделе совместно нажитого имущества. Двухкомнатной квартиры площадью 56 квадратных метров стоимостью 6 миллионов рублей. Зарегистрированы вы в браке 5 лет. Общих несовершеннолетних детей у вас нет. Все верно, Вера Ивановна? Тогда почему вы хотите расторгнуть брак? Сообщите суду. Ваша честь, дело в том, что я в этом браке очень устала. У меня муж никак не может найти себя. И постоянно прыгает не просто с работы на работу, да, чтобы вы понимали, а он, во-первых, учится постоянно, да, на время учебы он, естественно, не работает, но он пытается кардинально каждый раз менять сферу своей деятельности. Это совершенно невозможно, потому что все расходы и все траты ложатся исключительно на меня. Я устала тянуть эту лямку. Ну, я просто уже не в состоянии. То есть отсутствие стабильности. Да. Скажите, пожалуйста, а как вы познакомились? Как вот эти вот 5 лет ведь вы живете? Ну, 5 лет живем, познакомились мы 6 лет назад у друзей, там, на празднике. Он на то время учился на юридическом, ну, заканчивал. И самое удивительное, да, ну, все, по-моему, знают, да, что юристов сейчас полным-полно, вот, как говорится, куда ни плюнь, попадешь. Но, к моему удивлению, он, значит, отучившись, умудрился все-таки устроиться на работу по специальности. Работал там какое-то время, потом ему показалось, что оплату за его труды значительно занижают. Он решил сменить, так сказать, контору, на которую он работал. Проработал тоже там какое-то время. И пришел к выводу, что для того, чтобы быть хорошим юристом, нужны не только фундаментальные знания как бы в этой области, но и хорошие знакомства. Ну, естественно, ни того, ни другого у него не было. И, ну, поскольку мы на тот момент, так сказать, уже были знакомы, в общем, я решила ему помочь, я устроила его к себе на работу. Да, в отдел продаж, все было неплохо, он стал стабильно получать зарплату, и спустя какое-то время мы все-таки решили пожениться. Поженились, все было неплохо, и вот в какой-то момент он мне говорит: нет, это не мое, не хочу, не буду. Я хочу, как муж твоей сестры, быть маркетологом, потому что вроде как маркетолог зарабатывает в 2 раза больше. Ладно, сказано, сделано. Он, значит, берет курсы 3-месячные, взял эти 3-месячные курсы, естественно, в это время не работал. Ладно, думаю, ничего страшного, как говорится, ну, надо. Но с маркетплейсами тоже, ой, с маркетплейсами путаю, с этими, короче, не сработало у него. Он решил, значит, сменить место, опять меняет место, ничего не выходит, точно так же, зарплата копейки, дохода нет, все на мне. Непонятно. Он увольняется оттуда. Я его опять, значит, как говорится, мозги ему вправляю, и он опять приходит, ну вот, туда, где я работаю. Нормально, вроде он все как бы адекватный, все в порядке, проходит приблизительно год.
поскольку все стабильно, мы, значит, ну, начинаем думать в сторону, так сказать, пополнения семьи и ребенка. И тут он, заявляет, что это опять не его. Его, значит, история — это маркетплейсы. Берет курсы, вот, полугодовые, и учится в это время. Самое интересное, что как бы... То, что он будет увольняться, он мне об этом не сказал. Вера Ивановна, ну вот вы даже сейчас рассказываете, уже меня укачало. А я представляю, как это в вашей жизни происходит. То есть у вас нет надежного основания у семьи, вы не можете планировать ребенка, вы не можете планировать жизнь. Это просто выматывает. Такая нестабильность. Скажите, пожалуйста, а вы пытались вот его как-то убедить, сказать, все, хватит, оставайся на этой работе, пытайся на этой работе что-то добиться? То есть... повлияли на него, в конце концов, в ультимативном порядке? Да я бы с удовольствием повлияла в ультимативном порядке, если бы он меня хотя бы предупреждал об этом. Он же меня тупо перед фактом ставит каждый раз. Я так, а, и все, привет. Ладно, я его опять затаскиваю на работу, на свою. Он вроде опять приходит в себя, мы начинаем копить на ребенка. Мы скапливаем сумму, хорошую такую, приличную сумму. Что вы думаете, он сделал? Вот после того, как вот мы накопили деньги, все, мы готовимся рожать, так сказать. Вот что он выкинул, как думаете? Не, вот не угадайте ни за что. Он взял эти деньги полностью и оплатил себе обучение на айтишника, ваша честь. Все деньги, какие были. А я уже на тот момент была беременная. Я не знаю, что он там себе думал, но вот его учить невозможно. Он в компьютере только в игрульки играть может, понимаете? Только в игрульки, исключительно. Вера Ивановна, этого достаточно пока. Суду понятна ваша позиция. Мы сейчас должны выслушать позицию ответчика. Ну, хоть что-то вы можете в свое оправдание сказать? Да, Ваша честь, я буду краток. Я не согласен, и я против развода. Несмотря на то, что моя супруга так на это давит. Она сама меня тюкала носом. Вот смотри, мужья у других, у подруг, вот сколько зарабатывают. А ты что? Вот я чувствовал себя достаточно ущербно, когда она мне такое заявляла. Вот я пытался что-то сделать для себя и для семьи. Вы понимаете, когда мужчина пытается, эта попытка должна быть, ну, двукратная, ну, трехкратная. Но вы многократно пытаетесь сделать, и каждый раз с одинаковым результатом. Это изматывает семейный бюджет, вы не можете ничего планировать, и функция мужа здесь просто теряется. А что мне нужно было сделать? Остановиться на полпути и сказать, что я сдаюсь? Нет, Ваша честь. Да не надо тебе. Чтобы добиться успеха, не надо скакать, как блоха по собаке, с работы на работу. Ты бы вот если не увольнялся постоянно, ты бы уже в отделе продаж начальником отдела продаж был. Я в любом случае не намерен объясняться. Если она так давит на развод, пожалуйста. В таком случае, пускай мне выплатит половину стоимости нашей квартиры совместно нажитой и идет на все четыре стороны. Хорошо. Ты вообще обнаглел, что ли? Какую тебе половину стоимости? Квартира на момент покупки стоила 4,5 миллиона. Эти деньги на квартиру дали мои родители. Ну, Олег Петрович, действительно, что ваше совместное нажитое имущество – это то, что вы вместе наработали. А если вы на квартиру вместе не наработали, а целевым назначением да, какие-то другие... Да, и квартира оформлена на меня, понимаете? Простите, пожалуйста, у вас есть документы? Да, да, да. Да, есть. Передайте. Возьмите, через пожалуйста. Пристава. Почему так получается, что квартира совместно нажитая, а... Потому что она должна быть нажитая. Но я сейчас вам юридическую консультацию давать не буду. Нажитое – это то, что вместе заработали, вместе потратили. А хорошо. Если кто-то дал, это не нажитое. Хорошо, Ваша честь. А что если так? Мы когда покупали эту квартиру, и по документам она стоила... Сколько она? 4,5? 4,5. Мы покупали бетонную коробку, там были голые стены, и деньги на ремонт этой квартиры, на отделку, на все остальное давали мои родители. Что в этом случае? Пригласите, пожалуйста, в этот зал мою маму, она все подтвердит. Хорошо. Мама ваша, Зинаида Васильевна Матошина, явилась в суд. Мы приглашаем ее.
просто невозможно. Матошина Зинаида Васильевна, да, я... пойдемте в зал сюда. Потому что тебе надо учиться, деточка моя. Да? Господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Зинаида Васильевна, вы поддерживаете своего сына в намерении сохранить семью? Или вы считаете, что там уже семьи не получится? Ну, я, конечно, не лезу в его дела, пусть он сам там решает, конечно, но вообще я считаю, что она подло с ним поступает. Просто по-свински, понимаете? 5 лет морочила ему голову, и сейчас его хочет голым и босым на улицу выкинуть, понимаете? А он все эти годы был примерно мужем. Он не пил, не гулял, все деньги ей отдавал. Что еще нужно было? Ну, Зинаида Васильевна, только не пить и только не гулять, это еще не хороший муж. Это значит, что он просто не пьет. Он не приносил деньги в семью. Он все время учился, не давал ей стабильность. Но есть какие-то тоже претензии к вашему сыну, согласитесь. Приносил. Подожди. Не столько, сколько нужно, но приносил же. В общем, я хочу сказать, что, понимаете, что такого плохого, если он пытается развиваться, учиться, он ищет лучшего, он же не лежит на диване, не пролеживает штаны свои, он же трудится, а я и просто потерпеть не может немножко. Вот такие люди, вот, которые вот все время пытаются развиваться, они в итоге всегда чего-то добиваются, это всегда так бывает, а ей просто потерпеть не может она, ей надо все и сразу вот. А ты знаешь о том, что, чтобы быть женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта? Хочешь разводиться, пожалуйста, разводись. Ради бога. Только будь любезна. Половину стоимости квартиры вынь да положь. Потому что вот вы въехали в голые стены, и мы с отцом вынуждены дачу были продать. Вот, пожалуйста, у меня есть документы даже. Да, вот, через пристава. Полтора миллиона стоила дача, и мы отдали им на то, чтобы они там сделали ремонт в этой квартире. Вот. И тогда она стоила, когда они покупали ее, она 4,5 миллиона стоила новостройка без отделки. А сейчас она строит с отделкой. Она уже стоит 6 миллионов, я у риэлтора знакомого узнавала. И получается, что 3 миллиона половину должна отдать, потому что это совместное имущество, нажитое в браке. 3 миллиона? 3 миллиона, ну, да. Ну, вы же 1,5 миллиона дали. А я, между прочим, на обучение и подтирание соплей вашей сынульки заплатила гораздо больше, чем 1,5 миллиона. Мало того, я из-за него ребенка потеряла, а вы меня деньгами решили попрекнуть. Да класс! Ты потеряла из-за него-то, при чем тут он-то? Ты задолбала меня обвинять во всех своих бедах. И ребенка своего ты потеряла не из-за меня, ваша честь. Я долго держался, я не хотел выносить ссор из избы, но, видимо, придется. Мне очень больно об этом говорить. Пригласите, пожалуйста, в этот зал свидетельницу Михайлову Инну. Это моя знакомая и коллега Веры по работе. Она расскажет, какая Вера на самом деле. Хорошо. Белая, пушистая. Будьте добры, если Михайлова Инна Семеновна явилась, посмотрите, пожалуйста, то тогда не возражает суд, давайте ее выслушаем. Михайлова Инна Семеновна, да. Пройдемте в зал сюда. Ну, не я деньги, все деньги на ребенка потратила на обучение. Так, здравствуйте. Вы Инна Семеновна Михайлова? Да. По поводу расторжения брака супругов Матошиных, что вы можете сообщить суду? Я с Верой знакома около года, она моя начальница. А Олега я давно еще знала, потому что он лучший друг моего родного брата. Могу сказать так, что мы с Олегом достаточно дружны стали за все это время. И я... Хочу еще вот сказать, что я знаю, какая Вера в жизни, змея подколодная. Я с ней сижу в кабинете 5 дней, 9 часов, и могу сказать про то, какой она человек. И еще я знаю обстоятельства, при которых она ребенка потеряла. Ну вот об этом расскажите, хорошо. Я вам расскажу. Она ребенка потеряла не потому, что она, как всем говорила, что это был якобы выкидыш, а это был аборт, который она сама и сделала. Подождите, откуда у вас такая информация? Я слышала, Ваша честь, как она звонила в женскую консультацию и договаривалась об операции. Вот. А потом еще Олега во всем обвинила. И говорила, что он во всем виноват. Якобы это из-за него выкидыш произошел. Ну, при таких обстоятельствах, при которых она жила, это, конечно, неудивительно. Хорошо. Ребенка. Вера Ивановна, это так? Вы подтверждаете слова свидетеля? Да, Ваша честь, я признаю. Действительно, я сделала аборт.
Но любая нормальная женщина меня поймет, когда муж не работает, учится, у него обучение там 9 месяцев. Я за это время рожу, ну, сами понимаете, да? Ни денег, ничего. И на что жить? А истории про заик и лужаек, ну, они не очень с реальностью связываются. Знаешь что? Ты понимаешь, что ты говоришь вообще? Это деньги и ребенок. И это, между прочим, его ребенок, не только твой. И с ним надо было советоваться. А ты берешь и убиваешь ребенка, и еще его обвиняешь во всем. Типа выкидыш у тебя. А он со мной советовался, да? А знаете, почему она так быстро от ребенка отказалась? А все потому, что это не ребенок Олега. Это ребенок от нашего начальника, Льва Юрьевича. Она залетела от начальника, поэтому так быстро аборт и сделала. Ну, это правда? Скажи нам правду, Вера. Ты залетела от начальника своего? Ой, господи, как я уже устала врать. Кошмар. Да, я сделала аборт, но ребенок был твой. И в отличие от тебя, Лев Юрьевич с четкой жизненной позицией мужчина, твердо стоящий на ногах. И мы с ним в отношениях уже 9 лет. И он сказал, что как только я разведусь с тобой, он разведется со своей женой, мы тут же поженимся. То ясно? Есть ты обвинила меня в выкидыше ради старого козла, который тебе предложил жениться. Я ничего не упустил. Сам ты козел. Конечно, ты стерва. Ваша честь, могу я позвать своего начальника Льва Юрьевича? Хорошо, пусть давайте сюда, выслушаем его. Вы ходатайствовали о вызове Гаврилова Льва Юрьевича. Да. Ходатайство удовлетворяется. Гаврилов Лев Юрьевич, пройдемте в зал суда. Для меня учиться, да. А я на его знания кушать должна, да? Попрошу тишину, явился свидетель, мы сейчас выслушаем. Здравствуйте, Лев Юрьевич. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к расторжению брака Веры Ивановны? Она является вашей сотрудницей. Ваша честь, Веру знаю давно. Давно, это лет 10 примерно. Очень близкий мне человек, дорожу им. Также она профессиональный бухгалтер и... Вообще она красивая женщина. Знаю, что у нее проблемы с мужем. Ну, а он, что он? Он инфантильный нарцисс, эгоист. Знаю его примерно полгода. Он работал у меня на фирме. Ну, и держал его только потому, что Вера меня об этом просила. Вообще, как бы я и говорил, чтобы она не торопилась с ним вступать в отношения. Но она вот назло мне, как потом оказалось... Решила все-таки связать с ним свою жизнь. А вообще отношения с Верой у нас продолжаются довольно-таки давно. Скажите, пожалуйста, вы собираетесь вступить в брак с ней после того, если брак будет расторгнут? Ваша честь, дело в том, что официально я женат, к сожалению. Ой, развестись не могу, потому что ну, это касается моего бизнеса, как бы, понимаете? Ой, а как так, с Верой, конечно, я готов жить гражданским браком. В смысле, это да. Гражданским браком? Ты что вообще говоришь? Я с мужем развожусь, чтобы за тебя замуж выйти. От ребенка я отказалась. А ты говоришь, гражданским браком? Нет, я на это не согласна. Вер, как бы мы тут все взрослые люди, как бы, да. Ну, я не планировал как бы разводиться. А подтолкнуть к тебя к разводу, ну, вы все равно же будете разводиться. Почему? Как бы... А, ну, ну тогда я на тебя больше не работаю. А ты бы не кипятилась, все-таки наши романтические отношения могут закончиться в любой момент, а вот хорошей работой не разбрасываются. Ну как романтические отношения? Она собиралась расторгнуть брак с супругом, выйти за вас замуж. Наверняка эти планы обсуждались с вами. Ну, а вы сейчас сообщаете, что вы собираетесь оставаться... Браком, как бы, но, к сожалению, говорю, я просто по финансам, как бы, по своему бизнесу не могу разойтись со своей официальной женой. Ну, то есть ты все это время мне мозги пудрил, да? Ну, почему мозги пудрил? Нет. Как бы. Вера, а ты думала, что ты такая необыкновенная, и он на тебя женится? Действительно. Он уже давно тебе замену нашел, нашу новую юристку Вику. Я их в ночном клубе видела. И она мне еще хвасталась, то, что он ей колечко подарил с брюликом. Вот как интересно получается. Класс. Ну ты сволочь. Вера, давай мы не будем отношения выяснять здесь, как бы, при этих людях. Я готов с тобой все объяснить, но не здесь, как бы, вместе выйти и поговорить. Ты обнаглел, что ли, совсем? В смысле, ты не собираешься передо мной отчитываться? Ну, я, подожди, такая, я ради тебя. Я тебе говорила про нее.
9 лет с тобой отношений. Я 5 лет вот с этим вот мучаюсь. Хорошо, ладно, я сейчас с ним развожусь. Я ребенка потеряла, а ты во мне, оказывается, видел классного специалиста, и ты меня именно поэтому отправил на аборт, чтобы не лишаться специалиста, потому что боялся, что не найдешь мне замену? Ты серьезно? Ты сволочь! Ты сволочь, а не человек! Сама выбирала. С этим да вы вообще помолчите. Вы... вы не лучше. Так, Вера Ивановна, да никто не лучше. Надо просто смотреть и понимать, что за люди вокруг вас. Разбираться самой прежде всего. Ну вот зачем вы сейчас торопитесь с разводом со своим супругом? Да вот я куда-то думаю, пытаетесь вообще броситься в какие-то новые отношения. На это вы столько уже времени потратили. Денег, в конце концов. Может, не стоит торопиться? Да, Ваша честь. Но я, пожалуй, отзываю иск тогда. О, нет, Ваша честь, я не согласен. Она меня ни во что не ставит и будет жить с кем? С тряпкой? Зачем тебе жить с тряпкой? Нет, Ваша честь, разводите нас. Не-не-не, Ваша честь, я отзываю иск. Я думаю, что я смогу с тобой договориться. Мы все обсудим. Вот теперь. И решим все вопросы. Так, ладно, суд удаляется для вынесения определения. Верочка, ну ты подождала бы. Ну. Далее в программе. Это порча Зинка навела на него, чтобы ребенка извести со свету. Это как можно маленького ребенка, ни в чем не повинного? После 12 лет брака Ксения Котова стала водить сына Тимофея по шарлатанам-целителям. Терпение ее супруга Ильи лопнуло, и мужчина подал на развод. Илья утверждает, что ребенок должен жить с ним, так как мать погубит сына таким псевдолечением. Но Ксения считает, что мальчика нельзя отдавать мужу, ведь с ним Тимофею грозит смертельная опасность. Кошмар. Оглашается определение. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по делу о расторжении брака, потому что супруга отказалась от заявленного ею иска, и этот отказ не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц. Ненадолго. Суд разъясняет супругу, что если появившееся у него в судебном заседании намерение расторгнуть брак не изменится, тогда он вправе будет в общем порядке предъявить иск о расторжении брака. Так и сделаем. Решение суда. Иск супруга о разделе супружеского имущества удовлетворить частично. Произвести раздел квартиры между супругами. Признать за супругом право собственности на 1/4 доли квартиры, а за супругой на 3/4 доли. В требовании о выплате денежной компенсации за долю супруга в квартире отказать. Суд частично удовлетворил заявленные супругом исковые требования о разделе имущества супругов по следующим основаниям. Спорная квартира была приобретена в период брака без отделки, то есть в непригодном для проживания состоянии. Квартира была куплена на денежные средства в размере 4,5 миллионов рублей. Отделочные работы были произведены на денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, представленных супругу его родителями. Таким образом, общая стоимость квартиры после проведения в ней отделочных работ составила 6 миллионов рублей. Это признается обеими сторонами. При таких обстоятельствах квартира является совместной собственностью супругов, нажитой в браке. Но при определении размера долей супругов в праве собственности на квартиру суд учел размер денежных средств каждого из супругов, вложенных в квартиру. Вам понятно, почему именно такой раздел квартиры? Да, если вы не согласны с вынесенным решением, вы можете обжаловать его в установленные законом сроки. Судебное заседание объявляется закрытым. Почему 1/4? Это что это такое? Заседание закрыто. Прошу, классно, бухгалтер. Ну, что ты перестала водить? Ну, хотя бы.
Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Котова Ильи Петровича, Котовой Ксении Андреевне о расторжении брака и определении места жительства общего несовершеннолетнего ребенка с истцом, а также о назначении алиментов на его содержание в фиксированной сумме 25 тысяч рублей ежемесячно. Ответчик Котова Ксения с исковыми требованиями не согласна, но выдвигает встречный иск об определении места жительства общего несовершеннолетнего ребенка с ней, а также о назначении алиментов на его содержание в размере 25% от доходов истца ежемесячно. В зарегистрированном браке 12 лет, общий несовершеннолетний ребенок Тимофей, ему 12 лет. Споры о разделе совместно нажитого имущества? Нет. Дело слушается с участием представителей органов опеки и попечительства Крамаренко Татьяны Борисовны. Илья Петрович, назовите суду причину развода. Ваша честь, ну мы и так уже полгода с Ксенией не живем. Сейчас я хочу все это оформить официально. Все это время я прожил со своей любимой женщиной в ее загородном доме. У нее большой частный дом. Я бы хотел, чтобы после развода сын оставался жить там с нами. У него будет большая комната, всем необходимым я его обеспечу. Также я прошу назначить Ксении алименты в фиксированном размере 25 тысяч рублей. Официально она нигде не работает, поэтому я не знаю, какой у нее ежемесячный заработок. Знаю только, что она как самозанятая изготавливает так называемые куклы Вуду. Да, и продает их через интернет. Обычные игрушки, ваша честь. Необычные, именно куклы Вуду. И продает их через интернет. Совместно... Нажитого имущества у нас с ней нет. Та квартира, в которой мы жили, она досталась ей до брака. Пусть остается ей, делить нам нечего. Вот. А развожусь я с ней потому, что ровно год назад моя жена ударилась в колдовство. Начала изучать всякие разные обряды, встречаться с непонятными людьми, которые называют себя знахарями, целителями, а по факту простые шарлатаны. Я занимаюсь самопознанием, не более. Да, конечно, самопознанием ты занимаешься. Вот. Я всячески пытался отговорить ее от этого занятия. Дело в том, что я категорически против этого. У меня мать пострадала от такой вот целительницы. Та ее чуть до смерти не залечила. И Ксения это знает ведь. Но, понимаете, мать откачали в реанимации еле-еле. А сколько она денег ей еще отнесла, этой целительнице так называемой? Ну, шарлатанке, попросту говоря. Ну и вот эта дорогая моя жена пошла по той же самой дороге. Ну вы хотите сейчас, чтобы ребенок проживал с вами там, конечно, да? Конечно, ну а как с такой ненормальной можно ребенка оставлять? Да она погубит его. Я ведь когда ушел, я каждый месяц переводил 25 тысяч. Ну, на нужды ребенка систематически. Я предполагал, что она эти деньги использует не по назначению. Так и произошло. Мне мать, да это и хуже даже произошло. Мать нечаянно проболталась случайно, что она... вводит сына к целительнице. Я просто в шоке, я обалдел. Я все бросил, поехал туда. Устроил там ей, как говорится, сбучку. Мне никаких денег не дал. Прижал ее там, да? К стенке, так сказать. Она мне все рассказала. Говорит, у Тимофея сыпь выскочила на спине и на груди. Поэтому она решила повезти к целителю, к целительнице. Какая-то там Лада Ломова. Ну, очередная шарлатанка, которая уже успела с нее содрать 50 тысяч рублей. Вы представляете? Это, между прочим, немного еще. Конечно же, я сразу повел сына к врачу, к аллергологу. Там назначили там какие-то анализы, там есть лекарства, все препараты я купил. Принес целый пакет, объяснил ей, как надо давать, и как врач там, ну, сказал. Через два дня приезжаю, этот пакет с лекарством как стоял нетронутым, так и стоит. Вы представляете, ребенка лечить надо, а она какой-то мазью его мажет, которую прописала это Лада Ломова. Я сына спрашиваю, говорю, сын, она тебя что, опять водила к этой, что ли, бабке? Он говорит, да, опять водила, и какой-то вонючий мазью. Ну, это понятно. Мазала. Вы не хотите, чтобы ребенок подвергался нетрадиционным методам лечения? Ну, конечно. Хорошо, Ксения Андреевна, скажите, пожалуйста, а почему вы не доверяете врачам? Почему вы считаете, что какие-то нетрадиционные методы помогут вашему ребенку лучше? Ваша честь, ну, мы ходили к врачам, мы и анализы сдавали, и пробы на аллергены мы сдавали. У него выявилась одна только аллергия на пух. А у нас отродясь этого пуха дома не было и нет. И на животных, а их тоже у нас нет. И они назначили ему гормональные уколы. Ребенок стал толстеть. Потом и вовсе он стал чесаться. А вы знаете, что заболел вообще Тимоша, когда Илья нас бросил? Он по ночам плохо спал, плакал все время. И
Я, ну, понятно, ребенок переживает расставание. Конечно же, ему тяжело. Конечно. Если бы папа наш не ушел из семьи, то все было бы нормально. И с семьей, и с ребенком. А я свекрухе пожаловалась на то, что гормональные уколы только хуже делают. Она мне посоветовала, что в соседнем поселке есть очень хорошая целительница. К ней очень много народу обращается. Лада Ломова. И она может помочь. Я обратилась к Ладе Ломовой. Могла? И вы знаете, вот... она все-все, во-первых, увидела, действительно. Сначала она сразу увидела, что на ребенке порча. А я ведь, ну, я признаюсь честно, я привязку делала на мужа, и на эту гадину, его курицу, эту паршивую, я делала порчу. И я думала, что это вот откат. Видите? Откат за мой обряд. Ребенок страдает. Я Ладе призналась. Но Лада сказала, что мой обряд не сработал. Я еще совсем только учусь, что-то там я сделала не так. Но... порча на ребенке. И порчу сделала женщина. И Лада начала мне ее описывать. Что ты несешь, и это вообще? Один в один, это гадина проклятая. Она вплоть, Господи, до цвета глаз мне назвала. Она все абсолютно самое назвала. Самое главное, точно. Ребенку помогло лечение? Мы помогло. Сейчас в процессе, у нас уже есть улучшение. У нас... Да этот процесс будет год длиться, пока она с тебя деньги да все не вытащит. Да она вылечит его, вылечит. Я ей верю, пока ваша честь. Пока она с тебя деньги все не вытащит, она его не вылечит. Ты поняла меня? Нет. А сын что, будет мучиться все это время? Абсолютно надежная целительница. Я ей доверяю, и она спасет Тимоша. Знаешь, а ты лучше, Илюша, возвращайся к нам. Будем вместе к Ладе ходить. Знаешь, что я тебе скажу? Она и семью нашу починит. Так, господа, я забираю сына у тебя. Господа, все, господа, давайте выслушаем представителя органов опеки и попечительства. Татьяна Борисовна, я правильно понимаю, что у Ильи Петровича иное место жительства, он проживает со своей новой возлюбленной, с которой собирается создать семью, и вы там проверяли жилищные условия? Да, мы обследовали условия места жительства. То есть ребенок сейчас живет с матерью, он живет так, вот, как он жил до этого. То есть у него своя комната, вот все как было. А папа действительно ушел к новой своей, ну, так скажем, невесте. Она сейчас беременна, и, в общем, как только будет развод, соответственно, они зарегистрируют свой брак. Там 150 метров дом. Зинаида Петровна согласна зарегистрировать, а там уже зарегистрирован папа. И она, соответственно, туда же готова зарегистрировать сына. Комната шикарная, 25 метров. Ребенок там был, очень ему понравилось. Все есть там, даже есть шведская стенка, на которой он с большим удовольствием там висел, качался и так далее. Теперь, что касается материального обеспечения. У нас Илья Петрович, он у нас частный предприниматель. На денег поэтому... хватит. Благодаря деньги у него рядом. Есть, он зарабатывает хорошо, и у него вполне достаточно этой суммы на содержание и себя, и семьи, и ребенка. Теперь Ирина... Ой, Ксения Андреевна. Ксения Андреевна у нас действительно шьет кукол. У нее очень такой, ну так скажем, заработок нестабильный. Но мало того, что он у нее маленький, она его еще весь отдает этим целителям. И даже деньги, которые перечисляются на ребенка, они тоже идут. На этим ребенка. Же целителем. На какого? И когда мы просто... Татьяна Борисовна, я с целителем, ты все уже поняла. Ой, да, вы вот скажите, пожалуйста, лучше, с кем ребенок высказал желание жить? Ребенок высказал желание, он не может определиться. Мы когда с ним общался психолог, он сказал, что он любит и папу, и маму. Он не хочет жить с кем-то, одним из них. Он хочет жить с двумя, но это нормально для ребенка такого возраста. Но мы настаиваем на том, чтобы все-таки ребенку в данном случае лучше будет с мамой, потому что, ой, с папой. Потому что если ему опасно просто оставаться с матерью на сегодняшний день. Хорошо. Две недели назад он попадает в реанимацию. Почему он туда попадает? Потому что мама... взяла и намазала его каким-то жутким зельем на эту всю его сыпь. Сыпь сначала превратилась в пузыри, а потом он просто стал задыхаться. И хорошо у нее хватило мозгов вызвать скорую помощь, а не целителя. Ребенка в кислородной маске довезли в реанимацию. Представляете, после до чего, дошло? Когда... Квинки, да? Отек квинки, у нее да, спросили, у нее отек квинки. Там такая мазь вонючая просто, что там у любого человека... У нее спросили, что вы вообще сделали, что он ел, пил. Тогда только она сказала, что вот мазь отдала эту мазь. Они там сказали вообще, что это за ужас. Это сильнейшая аллергия. Ваша честь, вот со мной еще моя все-таки пришла женщина любимая. Я... чтобы она тоже сказала в качестве свидетеля, и, ну, и сразу поймете, что... Да-да, вы ходатайствовали Грунину, Зинаиду Ивановну, да. Зовем.
Воронина Зинаида Ивановна, пройдемте в зал сюда. А ты сел на чужие квадратные метры и хочешь еще этим козырять тут, да? Здравствуйте, Зинаида Ивановна. Здравствуйте. Как я понимаю, вы сейчас совместно проживаете с Ильей Петровичем. Да. И Тимофей также живет с вами. Конечно, Ваша честь. Дело в том, что мы считаем с Ильей, что Тимофею, Тимоше лучше жить с нами, а Ксении, соответственно, платить алименты на содержание. Дело в том, что я сама мать будущая, я на 5-м месяце беременности, и с Тимошей я уже познакомилась, я ему понравилась. И Тимоша мне безумно понравился. Нормально. Очень хороший ребенок, очень спокойный, с хорошим характером, с хорошим воспитанием. Поэтому мы с Ильей, конечно, очень хотели бы, чтобы он жил с нами. Как Лада и говорила, что она навела порчу на ребенка, вот так и получилось. Это невозможно. Я даже не знаю, что такое порча, как ее наводить. Кто я никогда таким порчу? Не занималась. А давайте, Ваша честь, вот мы пригласим Ладу Ломову в качестве свидетеля, и она все расскажет, потому что она действительно все-все-все видела. Ясно. И ты, Илюша, еще подумаешь после ее слов, стоит ли нам разводиться, это раз, и стоит ли тебе с этой ведьмой жить, это два. Послушаем. Лада, хорошо, давайте выслушаем госпожу Ломову, Ладу Валерьевну. Теперь еще слушаем. Ломова, Лада, пройдемте в зал сюда. А после обрядов твоей вот этой ведьмы... Ладушка, расскажите нам. Здравствуйте, Лада Валерьевна. Нам ответчик сейчас рассказала, что якобы вы сказали, что ее сыну угрожает опасность, если он будет жить в доме отца и его невесты. Да, Ваша честь, естественно, я ей это рассказала, потому что сама считаю, что Тимофею грозит очень большая опасность, пока он находится в том доме. Конечно. Этот ребенок должен жить только с матерью. А отец, ну что отец? Отец будет платить алименты, как все платят. А ты будешь деньги, да, мои высасывать? Что значит я? Не я, а ребенок. Ребенок? Хотя я лично считаю, что никакие алименты не окупят то зло, которое сотворила вот эта вот женщина, его сожительница. Что? Ваша честь, я не просто так говорю, я не какой-то там шарлатан. Я состою в ассоциации народных целителей. И у меня есть дар. Я способна не только исцелять, я способна еще видеть. Я вижу многое, что недоступно простым людям. И в частности, я вижу порчу, и вижу, кто эту порчу навел. Понимаете? И поэтому, когда Ксения пришла ко мне с ребенком, и я посмотрела на ребенке сыпь, я сразу же поняла, что это порча. Потом я стала как-то все думать, смотреть, и вдруг увидела сразу же. Точно увидела это описала. Женское лицо. Женское лицо увидела, оно предстало передо мной. Я описала его Ксении, да? Естественно, да? Во всех Зина? Подробностях. И это Зина? А, да, оказалось, Зина. Дорогая, ты думаешь, за то, что ты сотворила, ничего не будет? Бумерангом к тебе вернется. Да? Как сейчас я вижу, ты беременная, дорогая, месяцев 5. Девочку ждешь. А еще я знаю, что ты ее Снежанной хочешь назвать. Что, удивлена? Дорогая моя, все это вернется Лада не только Лада Валерьевна, для тебя. Подождите, пожалуйста. Ну не надо, ну, не надо запугивать свидетелей. Вы разбирались правильно, беременных нельзя. Ну как разговаривать с такими? Лада как? Валерьевна, не надо запугивать свидетелей. Ответьте, пожалуйста, можете вы сообщить состав мази, которую вы дали ребенку? Ребенок аллергик. Вы предложили его матери какую-то мазь, которой она его намазала. Ребенок дал отек квинки, оказался в больнице, чуть не умер. Ну, Ваша честь, к сожалению, состав я не могу сообщить. Это безответственно, потому, понимаете, потому аллергикам что нельзя. Это представляет некую тайну. Но я могу сказать тайну. Точно, что ребенок честь, заболел вовсе не из-за мази. Мы дали запрос в поликлинику, туда эту мазь отправили. Во-первых, они сказали, что и мама, и ребенок вообще они здоровы, от чего они лечатся, непонятно. А в состав этой мази, извините, входит тараканья отрава. И поэтому мы сейчас просим, ребенок здесь, пусть сам ребенок придет и расскажет, что там происходит. Я прошу сейчас вызвать Тимофея, пусть он сам расскажет, от чего его лечит мама. Хорошо, и куда они уходят. Если представитель органов опеки и попечительства ходатайствует о вызове ребенка, да, пригласите, пожалуйста, Тимофея. Он не мог, эту мазь применяли и раньше. Тимофей, пройдем со мной в зал сюда. Она применяла, он не мог от нее заболеть. Угомонись уже, я тебе сказал. Так, пожалуйста, тишина, пришел ребенок. Тимофей, привет. Ну скажи, с кем ты хочешь жить? Скажи. Ваша честь, ну,
Я правда не знаю, с кем мне жить. Я же вот и маму люблю, ну и папу. Мне папы не хватает, я по нему, ну, скучаю. Тут недавно надо было в школу поделку принести, модель космического робота. Раньше бы мы с папой его бы, ну, вместе сделали. А так пришлось одному возиться. Да и все равно у меня урод какой-то вышел. Я матери сказал, что без отца не справляюсь. А она рыдать стала, что ей еще хуже, что все из рук валится. Она по ночам плачет все время. Короче, не могу я выбрать, ваша честь. Я их обоих люблю. И от этого мне довольно фигово. Тимошенька, сыночек, ты должен остаться со мной, ты пойми. Тебе нельзя там у папы оставаться. Это Зинка, она не успокоится. Она очень Таша, злая женщина, она тебя ненавидит. И она будет снова и снова на тебя наводить эту порчу. Боже мой, да я не разбираюсь в этом. Я не разбираюсь в этом мракобесии и наводить ни на кого ничего не умею. То есть ты хочешь сказать, что ты магией не увлекаешься, да? Нет, не увлекаюсь. Что ты несешь? Какая магия? А может, тебе, Илюша, будет интересно послушать свою маму? Что мою любимую свекровь. Она глаза-то тебе сейчас раскроет. Ваша честь, а можно вот Котову Ирину Григорьевну пригласить? Это... Да, суд не возражает. Мама. Маму можно выслушать. Ирина Григорьевна Котова давно ожидает. Приглашаем ее. Котова Ирина Григорьевна, да? Пройдемте в зал суда. Ну как-то надо ребенка выручать, ваша честь. Ирина Григорьевна, здравствуйте. Ирина Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы поддерживаете сторону вашей невестки. Ваш сын желает расторгнуть брак. А вы не согласны с этим? Ваша честь, ну, на самом деле, мне бы, конечно, хотелось, чтобы сын вернулся к своей жене, и жили они с женой и с ребенком, как и раньше бы жили. Но, к сожалению, сколько бы я ему ни говорила, ни уведомляла, никак не получается. Да и не может получиться, потому что привязка есть. О, Господи. Его привязали, просто Зина привязала его к себе, убрала его из семьи. И теперь пока не снять привязку, невозможно назад его вернуть. Сколько можно с ним разговаривать об этом? Какую привязку? Понимаете? Но... Подождите, да какая? То есть вы утверждаете, что его новая избранница тоже увлекается всякими оккультными науками? Абсолютно. Конечно. Знаете, за два дня до нашего суда я пошла к Зине чайку попить. Ну и что? Ну и заодно посмотреть. Ничего, ты слушай лучше, мать. Чайку попить и решила, что посмотреть, как они комнату Тимоши у бабы устроили, раз они его взять хотят себе, да? Я зашла в комнату, стала смотреть и вижу, что из-под кровати что-то торчит. Вытащила из-под кровати вот такая кукла, сделанная, понимаете? Человечек. Человечек, да, сшитый человечек. Видите, булавочками весь натыкан. Он в иголочках. Конечно, весь в иголочках. И понимаете, и поэтому Тимоша-то и болеет, и хвор у него берет, а врачи никак не могут понять, в чем. Это порча Зинка навела на него, чтобы ребенка извести со свету. Это как можно маленького ребенка, ни в чем не повинного? Зин, ты что, на самом деле, что ты эту куклу сделала? Что за бред? Ну, конечно, Леонид, ты же знаешь, я никогда таким бредом не занимаюсь. Я про это говорю. Что да такое? Не прикидывайся ты, бедная овечка, а! Ты смотри-ка, а, какая вся белая, пушистая. Я тебя, гадину, сама прям здесь убью, да понятно тебе? И пусть меня посадят, пусть! Мама, ты что, ну зачем? Тебя посадят! Ты же сама отдала мне эту куклу. Тима! Молчи. Сказала положить под кровать. Ну, Тима, папа нашел. Тима, ты так, путаешь. Рот, значит, не затыкайся. Не нашел, а Тимош, бабушка нашла. Это она тебе ты сказала путаешь. Положить? Тима. Ты рот не затыкай, сыну. Это она тебе сказала куклу положить? Да. Говори. Да, я хотела, чтобы ты подумал, действительно, что твоя так. Вот эта курица колдует против нашего сына. Но я знаю, Лада точно совершенно все сказала про нее. Ксения, я просто, подожди, чтобы... это получается, для что ты... Для правдоподобности. Это ты, получается, да навела порчу на своего ребенка? Да что вы такое говорите? Да, Ксения, ты что ж ты за мать-то? Да что вы такое говорите? Ты я же просто эти куклы хотела, чтобы... подыграть ситуации. Мысли. Ладушка же все правильно сказала. Каждую мелочь назвала. И что беременна, и цвет глаз, и что девочку ждет. Подожди, стоп. Ладушка тебе это сказала? Ладушка, а как я до того, как Ксюшу к тебе привела, мы с тобой встречались, и ты у меня все выспрашивала. Ирина Григорьевна. А я тут старая сказала, что сына увела, разлучница, а ты у меня что спросила? А какой цвет глаз? Я тебе как это рассказала, и волосы, и цвет глаз. Да еще сказала,
сказала, что она беременная. Да как ребенка он зовут? Ладушка, конечно, экстрасенс. А что ж, а ты-то что же? Ну что вы, Ирина Григорьевна. Да ты что? Ваша честь, я просто прошу, умоляю, срочно развести меня с этой женщиной. Понимаете, ну, мало того, что она сама этой фигней начала увлекаться, так еще и сына в наши разборки впутала. Я просто видеть тебя просто больше не могу и не хочу. Разведите, пожалуйста, меня с ней, и пусть ребенок останется жить с нами, пожалуйста. Вот у меня вся просьба. Вы сами видите, с кем он может остаться. Значит, так ты запел, да, Илюша? Да, так запел. А знаешь, а я все равно вам жизни не дам. Да ты что? А что ты сделаешь? А что я сделаю? Я дом ей сожгу. Уже так много сделала. Я ее отравлю. Так, так, так. Ну, пожалуйста, Ксения Андреевна. Ксения Андреевна, ну зачем эти пустые угрозы? Тем более в зале суда. Вот, не дай бог сгорит у них дом, ведь на вас подумают. Ну, сдержитесь. Понятно, что тяжело вам это переносить. Ну, сдержитесь сейчас. Суд удаляется для вынесения решения. Да. Надо просто обратиться к психиатру. Оглашается решение суда. Иск супруга о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. В иске отца ребенка об определении места жительства 12-летнего сына по его месту жительства отказать. И о взыскании алиментов на содержание ребенка также отказать. Удовлетворить иск матери ребенка. Определить место жительства 12-летнего сына по месту жительства матери. Взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка на содержание несовершеннолетнего сына алименты в размере 1/4 заработка и иного дохода отца ежемесячно до совершеннолетия сына. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Суд определил место жительства 12-летнего сына супругов по месту жительства матери, потому что изменение в настоящее время места жительства мальчика, который с рождения проживал по месту жительства матери, может еще более негативно отразиться на душевном и физическом состоянии подростка, для которого распад семьи родителей стал психологической травмой. Вам понятно решение? Нет. И еще суд хочет отметить, Илья Петрович, как правило, люди обращаются к потусторонним силам в том или ином виде, когда они не находят сил в себе справиться с реальностью мира, с реальностью событий, которые происходят вокруг них. Ваша супруга, скорее всего, настолько не могла найти опоры в вас, в семье и в своей жизни, что ей приходилось... Ну, просто заполнял ее страх, и она пыталась обратиться к потусторонним силам. Я думаю, что это психологическая травма. Тем не менее, органов опеки и попечительства, я очень прошу вас посещать эту семью, поставить ее на контроль, чтобы никакие колдовские мази больше на тело ребенка не попадали. Иначе, уважаемая мама, вы будете привлекаться уже совершенно к другой ответственности. И ребенка вам тогда не видать. Учтите это. Судебное заседание объявляется закрытым.